Всем привет, привет! Здравствуйте! Меня зовут Гульназ. На нашем канале мы рассказываем о том, как у меня родился особенный малыш. Его зовут Осман. На сегодняшний день мы переехали в Турцию. Проживаем здесь уже 5-й месяц. Приехали сюда с целью получить медицинскую помощь от турецких врачей. Напомню, мы проходили лечение в России. К сожалению, последняя операция была неудачной. Теперь мы ищем способы прооперировать побыстрее Османа, чтобы не тянуть до дошкольного возраста, чтобы не упустить момент развития речи. К нам в гости приехала моя подруга Юлия. После прошлого сюжета посыпалось очень много комментариев. Я благодарна всем комментаторам, что вы делитесь своими мнениями. Правильно мы поступили, неправильно. Конечно, основная масса написала, что нас унизили, оскорбили. Кто-то писал, что нас противно слушать, зачем мы туда поехали без гостинцев. Ну, такие моменты я считаю абсурдным рассказывать о том, что, конечно же, в гости, когда едешь в гости, тем более к бабушке, обязательно набираешь пакет гостинцев, правда ведь? Конечно. Хоть мы и поехали в последний момент, мы заехали в магазин, это не составляет труда на машине. При подъезде к деревне мы заехали в магазин, потому что в дороге продукты могут испортиться. Мы набрали очень много продуктов. Ну, не с пустыми же руками, правильно ехать. Вот. А сегодня... Да, я немножко перебью. Ага. Или кому-то, может быть, показалось, да, что я оскорбила папу Османа, сказав, что в России так гостей не принимают. Я хочу ответить, что цель оскорбить папу я не преследовала. Я действительно высказала свою точку зрения по поводу приема гостей. А как было бы иначе? Представьте себя на нашем месте, да, вот на этом месте. То есть нужно было что? Дальше сидеть голодными, да, дальше терпеть издевки и унижения. Если бы мы уехали просто молча, никто бы и не понял, почему это все произошло. И я забыла отметить еще такой интересный момент, когда мы приехали в деревню, в аул, и подъехали к домику. Ну вот представьте себе такой дом из камней на горе. Условий минимум, а дом закопченный, мужской руки там нет, женская есть, мужской нет. И когда мы подъезжали, я сразу почему-то вспомнила эту песню «Хазбулату долой, бедна сакля твоя», так и стала называть между нами, да, за глаза, что это сакля. К чему я это рассказываю? Как только мы вошли в дом, да, бабушка сначала приняла нормально, налила нам чай, без ничего, водичку и просто чай. И отец Османа сказал следующее. У нас сейчас вот такие виллы. Я так думаю, так, сакли и виллы. Я езжу по странам и понимаю отличия. Вот такие виллы строят в горах специально для вас, для туристов. Сутки в такой вилле стоят 10 тысяч долларов. Рублей. Наверное, долларов или рублей, лир, неважно. Вы знаете, у меня сначала была такая странная реакция, я впадаю обычно в ступор и не знаю, как на это отреагировать. Ну, думаю, наверное, человек просто пытается хоть как-то показать то, что такие домики ценятся, несмотря на свой очень бедный внешний вид. Но потом, вот когда я увидела вот это отношение на следующий день, да, вечером в тот же день, закралась другая мысль. А человек что хотел сказать? Будь рада, что ты здесь отдыхаешь бесплатно. Вообще-то за такое проживание 10 тысяч берут. В общем, непонятно. В любом случае, повторюсь, у нас в России так не говорят. Вообще многое остается за кадром, перебью. Я не могу все рассказать вот и о себе. И вообще, любой канал, он ведь создается с определенной целью, да? Цель данного канала
А насколько я это вижу, может быть, у Гульнас немножко другие будут поправки, дополнения. Цель данного канала в том, чтобы показать, что дети с патологиями – это не второй сорт, что дети с патологиями приносят такую же радость, что их можно лечить, что их можно воспитывать, их можно восстанавливать. И конец что с ними, жизни. Да, да, и что с ними можно жить так же полноценно. У меня нет детей с патологиями, но я не живу в Турции. То есть этот блог действительно, вернее, этот канал действительно о том, что жизнь прекрасна, даже если у тебя ребенок с патологией. И, конечно, задача этого канала, назначение этого канала – показать другим мамочкам, у которых дети, может быть, чем-то больны, неважно, патология, не патология, бывают хронические заболевания, да, что можно вот найти какие-то выходы, варианты для того, чтобы восстановить своего ребенка, в том числе и выезд в страну с теплым климатом. Да, что жизнь на этом не заканчивается, ни в коем случае нельзя опускать руки, и нужно стараться создать такие комфортные условия, чтобы улучшить качество жизни своего ребенка, если у вас вдруг родится ребенок с патологиями. Но сегодня не об этом. Да. Сегодня мы, кстати, без шума. Это был не кондиционер, это была стиральная машина. Мы как-то забыли про нее. Да. И только потом уже, когда монтировался ролик, мы услышали. Но что было делать? Не хотелось переснимать снова. Так как отдых Юлии скоро заканчивается, к сожалению. Да, уже третья неделя. Да, вы правильно написали, что она уедет, и мне будет немножко опять одиноко, скажем так. А сегодня мы хотели бы попытать Юлию все-таки на предмет, на тему отдых дикарем в Турции. Поскольку это ее первый опыт дикарем, я знаю, что она постоянно пользовалась услугами туроператоров, где все пакеты упакованы, и питание, и перелет, и трансфер с аэропорта до отеля. Вот, сегодня мы хотели бы задать вопрос Юле, что она думает по поводу отдыха дикарем, насколько это комфортно, удобно, финансово, в общем, все нюансы. Так, ну, чтобы сэкономить время и не говорить попусту, я все-таки накидала себе план ответа, поскольку мои профессиональные обязанности, замечу, я не училка, давно не работаю в школе, я репетитор. Мои профессиональные обязанности всегда приводят меня к тому, что я стараюсь отвечать более конспектированно, да? Логично, по плану и так далее. Поэтому я буду подглядывать, ну и для солидности напялю на себя очки. Так, да, с какой целью вообще мы ездим дикарем? О, и хорошо стало, экран видно. С какой целью мы ездим дикарем? Многие помнят свои поездки дикарем на побережье Черного моря. Я вот впервые отважилась, да, приехать в Турцию. Конечно, если бы не Гульнас, я бы не приехала, я трусиха. Цель, конечно, самое главное – это сэкономить. Это сэкономить, я говорю сейчас о тех людях, кто вообще ездит дикарем, не о себе. Может быть, кто-то устал от отелей, потому что ты платишь за онклюзив, за ту выпивку, которую пьют другие, а ты, например, не пьешь, или за тот арам-зам-зам, который в отелях постоянно идет, а у тебя детки выросли, и тебе уже это неинтересно. Ну и цель – увидеть настоящую Турцию. Я преследовала все три цели. Год был для меня достаточно трудным, поэтому хотелось даже не столько сэкономить, сколько больше побыть на море, потому что для меня море – это все, мне не нужно никаких санаторий. Да, я тоже подустала от отелей, и самый мой большой интерес – это всегда знакомство со страной, а поскольку я в Турции была много раз, тут что-то мне уже захотелось увидеть другую, не туристическую Турцию, и именно об этом я сейчас и хочу рассказать. Итак, каковы преимущества? Первое – это, конечно, климат. В моем случае, у меня есть проблемы с сердцем, в моем случае, что я ощутила, несмотря на духоту, несмотря на влажность, на жару, здесь дышится намного легче. Оно и понятно, морской воздух. Дышится легче, то есть жарко, потеешь, тяжело может быть, но не так, как в России, потому что другой воздух.
Море. Ну, смысла нет рассказывать, что море не только восстанавливает, не только позволяет нам отдохнуть и загореть, напитаться энергией, скажу, для девочек специально, танцы и море, вода – это наша женская энергия. Но еще и лечение. Те, у кого больные суставчики, у кого какие-то проблемы, Средиземное море, море просто то, что нужно, восстанавливает все абсолютно. Третий плюс – это еда. Еда качественная, еда недорогая и вкусная. Что еще я здесь ощутила? Вы знаете, самое главное, что я поняла, здесь нет хмурых российских лиц. Нет, россиян видно сразу по хмурым лицам. Нет прессинга. Нет вот этой запуганности ковид, 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 делайте прививки. Да, здесь тоже ставят прививки работающим и тоже ряду, ну, ряду профессий, ряд профессий обязывают поставить прививки в принудительном порядке и пожилых прививают, но давления такого нет. Привейся или ты умрешь. Не привешься, тоже умрешь, да? Что еще понравилось здесь? Порядок. Порядок в плане выполнения требований, законов без маски, без транспортной карты, без ХС-кода, никуда. Ни в один автобус, ни в один магазин, ни в одно учреждение вы не войдете без маски. Причем маску нужно натянуть и на нос. То есть турки законопослушны. При этом, если что-то не нравится, турки сразу поднимают голову и начинают возмущаться. Угу. Что не понравилось? Ну, а то ведь покажется, что я слишком слащаво рассказываю. Нет, мне не все понравилось. И более того, я скажу, что это не моя страна. Мне не понравились скверы, памятники, парки. Они достаточно неухоженные. Много мусора. Вот на мой взгляд, много мусора. Бумажки, бутылки пластиковые. Вот я как-то это не приняла. Недорогой проезд в автобусах. Примерно 30 рублей. При этом второй проезд в течение часа бесплатный. Говорят о высоких ценах на бензин. Стоимость бензина что-то около 70-80 рублей, не больше. 70. Не больше. Здесь дорогое мясо, оно дороже примерно в два раза, в полтора-два раза. Если мы говорим о красном мясе, да, то есть баранина, говядина, свинины, нет? В два раза, полтора. В полтора? Ну, смотри. Мне показалось что-то в два. А курица вырезка, стоит примерно так же. Вырезку, вот баранину брали, 800, у нас сколько? 600. А вот, кстати, по баранине не знаю. И говядина так же. Но при этом, вот даже та же курица, да, массового производства, фабричного, она не пахнет ни антибиотиками, ничем. Да и, в общем-то, в жару... Насмешили мы османа. Да и, в общем-то, в жару особо мяса и не хочется. Рыба тоже несколько дешевле, чем в России. Ну вот, как-то так. То есть для проживания эта страна хороша. Теперь, если говорить о менталитете. Интересное отношение к детям. Детям позволено все. Их здесь не принято ругать, шлепать ни в коем случае. Даже если вы будете ругать и шлепать своего ребенка, на вас посмотрят осуждающие и даже могут вызвать полицию. Поэтому детям здесь можно все. Что еще? Конечно, турки торгаши, да, и зайдя в магазин, увидев товар со скидкой, нужно убедиться, потому что иногда эта скидка не действует, и вам называют другую цену. Такой момент тоже может быть. Ну и, как нам сказала одна из подписчиц, назвала мужчин оленями. На этом пункте хочу остановиться, такая вишенка на торте. Оленей здесь достаточно. Мне 51 год, скоро будет 52. Я значительно старше Гульнас. И даже я испытываю здесь постоянное внимание мужчин. Не грубое, но достаточно назойливое. В общем, подведу итог. Найти здесь оленя не проблема. Для Гульнас тем более.
Итак, подведя общий итог, страна хороша для проживания пенсионерам, людям с детьми, для того, чтобы тем, кто хочет восстановить здоровье, тем, кто хочет восстановить силы, отдохнуть, тем, кто работает удаленно, отлично. Для меня это страна отдыха, пока страна для отдыха. Так что выбор за вами. Вот. Пишите комментарии, задавайте вопросы, на какую тему вы бы еще хотели услышать наши сюжеты. Ответим на вопросы. Очень давно не показывали наши занятия со Османчиком. Кто-то писал, что мы совсем не занимаемся здоровьем и лечением Османа. Вы не переживайте, Османчик потихоньку разговаривает. К логопедам мы не ходим по одной простой причине, Татьяна Яковлевна, потому что мы не знаем, останемся ли мы тут жить еще, или мы уедем в Россию. Ну, вы же занимаетесь с логопедом, да, из Москвы. Мы занимаемся, под контролем нашего логопеда-дефектолога из Москвы, Галина. Поэтому ходить сейчас сюда к турецкому логопеду и начинать Османа тревожить турецким языком, я считаю, что это очень поспешный будет шаг. В том случае, если да, мы действительно останемся здесь жить и поймем, что мы, нам здесь хорошо, да, конечно же, мы обратимся к местному логопеду. Я бы сказала, не то, что мы не занимаемся, мы немножечко изменили формат занятий. Как вы поняли, я с педагогическим образованием. Что мы делаем? Мы идем на море мы играем, убираем наши страхи, учимся плавать, учимся говорить, потому что сейчас для Османа тоже большая нагрузка. Я приехала, я разговариваю, приехали сестры, которые приходят в гости. Когда он встречается с большим количеством людей, он начинает беспокойно спать. Не забывайте, у ребенка есть проблемы, эмоциональные проблемы, проблемы со здоровьем, и их надо ровно, плавно вытаскивать, а не вот так выливать все на ребенка, да, в виде каких-то прямо вот классических занятий. Мы можем рисовать на песке, играть с машинками, считать камушки. То есть вот это обучение, вот это развитие идет непрерывно. Мы называем предметы, идя по дороге пешком с моря домой. Называем предметы, проговариваем их. То есть обучение идет постоянно, обучение идет непрерывно. Вот. Да, что-то я зависла, все. Все, спасибо вам за внимание, спасибо за ваши комментарии. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Некоторые не знают, почему не приходят уведомления о наших новых сюжетах. Нажимайте на колокольчик. Мы вам всем желаем здоровья. Всем пока. Пока-пока.